Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Да, нет, Тезер Ром. А? Что? Там что такое? Черт! Джош! Джош! Джош, черт! Люди, что вы делаете? Черт! Джош! Как же вас много! Видите, вы не подскажете, куда тут увезли, может? Либо не знаю, что происходит тут с одним молодым человеком. Да-да-да, именно лет 25. Да. Увезли? В больницу? Скоро? А какую, не знаете? А, понятно. Ладно, спасибо еще раз. Черт, Джош. Мне сказали номер 54. Только странная больница. Что-то нет никого. Только строят, что ли. Или здесь вообще все вымерли. Что-то мне кажется, здесь нет Джоша. Коридор. Да, малоприятная больница какая-то. Даже медсестры не ходят. Блин. Ну вот, вроде 54-й. 57-й. Джош! Черт, Джош! О, здравствуй. Здорово, с тобой все в порядке, нормально, да? Ну да, как видишь, ранен немного, но Господи, в порядке все. Слава богу, ты живой, все с тобой нормально. А че? Ты сам как? Ты не попал под раздачу? Нет, нет, я остался там, прихожу, говорят, ты здесь, куда-то увезли. Блин. Не знаешь, еще много раненых? Не знаю, что-то мне на других было все равно, я к тебе побежал. Ух, Джош, напугал ты меня, Джош. Что ж, я так понимаю, наш отъезд откладывается. Да, отъезд откладывается. Там сказали, аэропорт перекрыли, там никаких вылетов теперь в ближайшее время вообще не будет. Черт, ублюдки. Что ж, тогда нам нужно найти здесь жилье. Да, я сейчас думаю заняться этим как раз. Ой, с тобой все в порядке? Нормально, нормально. Ладно. Думаю. Тогда тебе задача найти жилье. Да, вот гостиницу найду. Гостиницу. Да, наверное, в старую не получится. Тогда найди жилье и, думаю, через пару дней меня выпустят. Ну, так, ну номер у меня твой есть, твой у меня есть, все, короче, у нас есть. Если что, тебя навещу как-нибудь, там, ночью зайду, если там найду, сообщу ночью, все, приду, короче, там. Да, хорошо. Спасибо, что пришел. О таком не говорят. Ладно, что-то тут нет никого, только странный какая-то. Не знаю. Да, жутковато немного, но даже спокойно. Ну ладно, если что, звони. Давай. Да, все, давай, спасибо. Странная больница. Никого нет. Вроде нормально. Здрасте. А, где-то я его вроде видел. Кого-то что-то знакомый какой-то. Может быть. Это что за... Только еще коп стоял. Че за... Я не понял. Он вышел отсюда. Тут стоял коп. Я обернулся. Кто-то пошел. Может, он переоделся? Че за бред? Или это был... Твою мать, это был именно тот. Тот на записи.
Черт побери, что он там делал? Они преследуют нас. Ладно, все равно нужно бронировать, ибо я уже сейчас сдохну, мне негде спать. Черт. Офигеть, вот это номер. Офигеть. Не то, что мы там выбрали. Дороже, конечно. Но все равно, вот это номер. Так, я отвлекся от темы. Этот был. Кто же это был? Мент или... Блин, а где здесь кровать? Здесь? Офигеть. Вот это номерок. А тут еще говорят, на крыше вид классный. О чем это я? При чем здесь все это? Так, сейчас немного, чуть-чуть отдохну, посплю и пойду завтра к Джошу, навещу его. Скажу ему, что я все нашел. Вроде вот этот подъем. Красота. Спасибо за просмотр видео. Если оно тебе понравилось, поставь под ним лайк. И обязательно подпишись на наш канал, чтобы не упускать возможность следить за новыми сериями различных сериалов.